связи с холодов устанавливается пункт обогрева. Это уже делается на протяжении 10 лет, 11 год. И хочу сказать, что пункт обогрева будет работать весь период, пока будет плюсовая погода. Он рассчитан немножко больше 200 человек. И я хотел бы обратиться к одесситам, ко всем, кто видит бездомных людей или людей, которые живут на улице. Пожалуйста, вы можете направить их на Куликовое поле, либо позвонить 0800 303 999, либо в полицию, либо в скорую помощь. И их привезут на пункт обогрева, и где окажут им первую помощь. Поэтому не проходите мимо таких людей, и благодарен всем, кто реагирует и откликается на такие просьбы и нужды.